единственная подруга. Я считаю, что друг должен быть один, никак не там 2, 3, 10, я не понимала такого. Вот, и потеряла друга. Мы сегодня пытались понять, почему так, почему это происходит. Не знаю, не знаю. Может быть, я, ну, где-то мой друг ждет меня. Я открыта для дружбы, я готова. Я очень рада, что я потеряла одного человека, и вот на проекте приобрела двух подруг. Я не побоюсь этого слова, мне комфортно с этими людьми. И я думаю, в будущем они станут для меня настоящими подругами. Потому что те эмоции, которые я переживаю с ними, в простой жизни ты их не получишь. Может, получишь, но в самом минимальном таком. А здесь же я получаю все по максимуму. Здесь все показывается, проверяется, все эти ситуации, как кто ведет себя в той или иной ситуации. Это, ну, здесь не просто приобретаешь любовь, ты приобретаешь дружбу. Я надеюсь, что все будет хорошо до конца и после проекта. Помимо любви, у нас также мы будем общаться, мы будем дружить. И я понимаю, что в нашей жизни не бывает ничего зря. И когда мы что-то теряем, если мы это хорошо принимаем, мы получаем это вдвойне.